Расписание уроков уже составлено, в дневниках появились первые оценки. У школьников начался новый учебный год. Как прошли первые уроки, мы узнаем сегодня. После каникул я в школу пришла с хорошим настроением, я была рада увидеть своих одноклассников, учителей новых, какие появились. В общем, я пришла с хорошим настроением после каникул. После каникул я прихожу с настроением хорошим и думаю, что вот я встречу своих одноклассников, и мы будем вместе играть и разговаривать, что прошло за эти большие перемены. После каникул у меня хорошее настроение, чтобы ходить в школу, потому что все-таки 3 месяца лета и тянуло в школу. Я прихожу с очень радостным, иногда грустным настроением, потому что каникулы закончились. У меня нормальное настроение, хорошее. Мне легко вставать, я ранняя пташка, быстро встаю. Мне легко не опаздывать, я вечно прихожу вовремя. Обычно опаздываю даже. Я могу встать в 6 часов. 7 часов. Мне не тяжело вставать вовремя, потому что так как каждое утро у меня начинаются зарядки, поэтому очень привыкла ходить в школу. Я встаю в 6:50, быстро умываюсь, и это нелегко, но пытаюсь не опоздать. Как тебе удается высидеть все уроки до конца? Мне интересны эти уроки, я их делаю дома с интересом, и мне интересно, мне не скучно. Сижу и слушаю учителя, и вникаю, что он говорит, так время быстро проходит. В принципе, не тяжело, потому что уроки интересные, учителя объясняют доступно и понятно. Получила по литературе 2 десятки, по химии 10-ку и 9-ку. Много оценок, 10-ку по математике. Я получила 10, 9, 10 по ИЗО, 10 по математике и 9 по русскому. Я получила первую оценку, это 9-ку по русскому языку. И 9-ку по математике и 8-ку по русскому. По румынскому получу пару десяток, и сегодня по математике получу 9-ку. Я получила очень много оценок, начиная с 10-ки по английскому, 1-я 10-ка, 9 по русскому и 10 по литературе. 10-ки. Я очень сильно доволен, потому что уже в самом начале семестра уже такие хорошие оценки. Я довольна своими оценками, так как их ставят очень хорошие учителя. Чтобы ты приходила сюда с удовольствием. Ничего не хочу изменять. Мне нравится моя школа. Чтобы больше было техники и молодежь, чтобы чувствовать себя более комфортно. Скорее всего, расписание. Чтобы было максимум 5 уроков. Чтобы удлиняли перемены и поменьше задавали.